Аширов Баиш, судья национальной категории Усманалы Адамалы, судья международной категории, заслуженный тренер Кыргызской республики. Мардиев Хуснедин, судья международной категории Узбекистан. Подготовиться, друзья. Итак, рефери. Рефери в октагон. Аширов Садых, судья международной категории. Подготовиться. Первая пара готовится. Ну а мы начинаем официальное открытие, конечно же, под хорошую музыку. Поехали. Наш маэстро, наш звукач настолько патриот, что начал с гимна сразу открытие. Но в октагон я бы хотел бы пригласить под ваши бурные аплодисменты, дорогие друзья, губернатора Исыкульской области Осмонаев Ахылбек Шарипович, президент Федерации WF Кадырмышев Руслан Джаманахович. Под ваши бурные аплодисменты президент Исыкульской области Федерации WF Куценко Константин Иванович. Громче, 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 друзья, аплодируем! Дорогие друзья, не забываем громче-громче аплодировать. Слово предоставляется губернатору Исыкульской области. Саламатсыздарбы, урматтуу агайын туугандар, ардактуу, кадырлуу биздин конокторубуз. Исыкөл жергесинде биздин мекенибиздин бермети болгон касиеттүү Ысык Көл жергесинде конокторубуздун кош келисин менен силердин кол чабыңыздар менен тосуп алгым келет. Уважаемые гости, я рад приветствовать вас на берегу жемчужин нашей республики Исыкуля. Урматтуу достор, мына Кулату эрт аймашуу оюну өзүнүн аз гана тарыхы болбостон бүгүнкү күндө эл аралык деңгээлде өтө жакын өзүнүн күйөрмандарын таап бийик деңгээлге өткөнү бүгүнкү өтүп аткан турнирден эле байкалып турат. Эми бул чоң эл аралык турнир улуу тарыхый инсаныбыз Арык мырза атабыздын быйылкы 450 жылдык юбилейине карата өтүп жаткандыгы мен сиздерге белгилеп кетким келет. Анткени бул тарыхый инсан өзүнүн эли дегенде, жери дегенде жанын берген эң уюштуруучу кыргыздын мыкты инсаны болгон. Ал өзүнүн элин мындан 400 жыл мурда Андижан жеринен Ысык Көл жерине уюштуруп алып келүүчүлөрдүн бири болгон. Ошондуктан урматтуу туугандар, мындай тарыхый инсандын 450 жылдыгына арналып эл аралык деңгээлдеги бүгүнкү чоң турнирге жакынкы кошуна мамлекеттердин спортсмендеринин, балбандарынын катышуусу баардыгыбызды сүйүнтөт. Ошондуктан мен сөзүмдүн аягында айтат элем, күч атасын тааныбайт дейт. Күйөрмандарга жана спортсмендерге, балбандарыбызга айтат элем, ким күчтүү болсо, ким чындыгында бул жердин элдин жүрөгүнөн орун алса, ошол жеңишке ээ болуш керек деп мен эсептейм. Ошондуктан
қалыс болуңарды қалыстар мен дағы бір жолы өттіп кететілем. Майрамыздар мен ұрматты кермандар. Құтманды өгечіңіздер мен ұрматты ұсықөл жергізі тұрғындары барсын арвы. Емі бірінші емі айтып кететілем. Бұл турнир 62-й рет жолы өтіп жатады. Айымында WEF Global деген ең чоң ұшыл турнирлерінің арасында бірінші жолы Бишкекте емес, ұшыл Ысык-Көл обласында Чолпантада өтқанда аяғында қуандырғай ғой бойды. Бұл біз шы көлді өткізөз деген пландар осы 2-3 жылдан бері келі атып, бүгін шындағында сөйініп тұрған кезегі үсіп болу атады. Жана баса белгілік өтетілем, бүгін бұл турнирге ар мамлекеттен, мисал дәнде Қазақстан, Өзбекистан, Таджикистан, Россия Федерациясынан, Чечен Республикасынан келген ең мықты деген мүшкерлер біздің қырғыз балдары үсімен күш сынашқаны келішті. Әмі мен айтарылым, біздің азырқы кезекте қырғызды мүшкерлері дүйне жүзі ойынша, СНГ мамлекет бойынша ең мықты деген мүшкерлерінің қатарына келіп тұрған кезеге. Бұл деген, мен айтарылым, қырғыз ата-бабасынан келген батырлық келгені. Ұшыл қырғыз мүшкерлеріміз, ұшыл октагонға шыққанды мен ойлайым, жүрегінде оты бар. Ең мықты батыр балдар ұшы қырғыз жігіттерімізді қолдап келгендерге сіздерге чоң разышылық, сіздерге чоң тәзім етілем. Жаңа ұшындай дағы да осы айтып кетейін, бүгін 22 беттеш көре аласыздар, аның арасында 2 беттеш бұл чемпиондық, нам чемпиондық құр үшін біздің ең мықты бұға шейін ұтылып көрмеген мүшкерлеріміз ұшыл чемпиондық бел құру үшін беттешін көре аласыздар. Жаңа ұшындайлы дағы баса белгілеп кетшінерсе ұшу турнирге абдан чоң салымын ұшқон ұшу Гөл федерациясының президенті Константин Куценко Иванович, вам большое спасибо. Я бы хотел бы отметить, вы не только сын, достойный сын Ысык-Күлской области, Ысык-Күля, но вы достойный сын, патриот Кыргызской республики. Если бы таких, как вы, было бы много, я верю, что наш Кыргызстан был бы одним из самых процветающих стран мира. Так что большой поклон вам, дай Бог вам здоровья. И в окончании хотелось бы отметить, что пожелать нашим спортсменам удачи, нашим зрителям, чтобы бои были зрелищные, пусть победит сильнейший. И добро пожаловать на турнир WEF Global. Спасибо большое. Ассаламу алейкум, Кыргызстан, Ысык-Күл. Добрый день, уважаемые друзья, земляки, кыргызстанцы. Всех вас рады сердечно сегодня видеть на данном турнире. В действительности первый глобал, выездной глобал проходит. Я очень рад на нашей Ысык-Күлской земле. Все для этого здесь есть, наверное, все располагает. Даже погода все-таки благотворит тому, чтобы все прошло хорошо. Рады всех вас здесь сердечно приветствовать. Думаю, сегодня будут достойные бои, достойные соперники, которые прибыли к нам из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Российской Федерации, легендарный клуб «Ахмат», также наши кыргызские бойцы, которые, я думаю, сегодня всех нас приятно удивят. Алга, Кыргызстан! Ну и, собственно, самое важное слово этого турнира объявляет турнир открытым. Давайте. 13-й Global. Объявляем открытый. Спасибо. Провожаем руководство. И хотел бы сюда, дорогие друзья, пригласить не менее важных людей. Они у нас еще сегодня, дорогие друзья, не только гости. Они у нас в главной судейской коллегии. Президент Азиатской лиги «Ахмат». Президент Федерации WEF Узбекистана. Надыр Кадыров. Встречаем. Также приглашается в октагон вице-президент Федерации WEF Эмиль Токтогонов.
почетный гость турнира, дорогие друзья, гордость нашей страны. Вот здесь нужно, чтобы все окна задребезжали. Антонина Шевченко! Также приглашаем в октагон вице-президент Федерации WF Рафик Мамбеталиев. Дорогие друзья, основатель Кулату Эртамаш Адамалы Османалиев, под ваши бурные аплодисменты. Да, конечно, не 8 марта, но все равно хочется дать микрофон сначала вам, Антонина. Аплодируем, друзья, громче. Добрый вечер, уважаемые друзья. Спасибо большое за приветствие. Мне очень-очень приятно находиться дома, особенно здесь, на Иссык-Куле. Несмотря на погоду, Иссык-Куль хорош в любую погоду. В предвкушении интереснейших поединков. И вот нам вначале объявили, что в левой юрте находятся наши бойцы. Поэтому давайте пожелаем сегодня выиграть все поединки. Поддержим их. Ассаламу алейкум, Кыргызстан элим. Желаю красочных, достойных поединков, и чтоб пусть выиграет, как всегда, сильнейший. Кыргызстан алга! Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар жана балбандар. Бүгүнкү Кулату майданын күнүн куттуктайм. Мына бүгүн Кудайдын куттуу күнү 62-чи Кулату күрөшү боюнча эртаймаш боюнча турнир өтүп келатат. Жыл өткөн сайын Кулатуунун жигиттери кулачын жайып, дүйнөнү багындырып келатат. Мына ошол уровенге, ошол даражага жетишкен балдар мына Эмиль Токтогонов, Руслан Кыдырмышев, Рафик Мамбеталиев, федерациянын жетекчилери эл аралык спорттун деңгээлине жетишип, Кыргызстандын желегин желбиретип келатышат. Алга Кулату! Рахмат, ассаламу алейкум, кыргыз эли. Здравствуйте, уважаемые участники. Огромная благодарность нашим участникам из дальних Узбекистан, Таджикистан, Грозный, Казахстан. И скажу кратко, 20 боев нас ожидает, из них 3 боя за титул. И вот, пользуясь случаем, хочу сказать Антонине Шевченко успехов. Она недавно подписала контракт UFC. Уже второй боец у нас будет выступать в UFC. Скажем ей удачи. Удачи, Антонина. Спасибо вам. Ассаламу алейкум, кыргыз элим, Иссык-Көл, Чолпон ата. Бүткүл дүйнөлүк Кулату Эртаймаш Федерациясынын атынан, жеке өзүмдүн атыман, бардыгыңыздарды өтүп кеткен майрамдар менен, келе жаткан Кыргызстандын эгемендүүлүгү менен жана ошондой эле келе жаткан улуу көчмөндөр оюну менен чын жүрөктөн куттуктап кетебиз. Кыргызстан, кыргыздын жигиттери алга, кыргыздын желеги желбиресин. Бүгүнкү турнирде мушкерлердин эң күчтүүсү жеңсин. Колдоо көрсөтпөйүңүздөр. Чоң рахмат. Чоң рахмат сиздерге. Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что говорили очень коротко. Все зрители заждались, ждут ярких, красочных боев.